Кирилл Серебренников перенес действие классической пьесы Островского «Лес». Получился форменный лесоповал, на который московская публика с любопытством ходит смотреть уже 7 лет. «Лес» ставился десятки раз и на российских подмостках, и на зарубежных, включая Шекспировский театр в Стратфорде и Комедии Францез. Чтобы показать принципиально новый «Лес», нужно было постараться. Кирилл Серебренников справился. Он хоть и не изменил в тексте ни слова, но обыграл каждую фразу. Если у дамы просят ручку, то чтобы измерить давление. В спектакле кропотливо воссоздан антураж времен застоя, но при этом добавлены купцы в кожаных пиджаках из 90-х и политические аллюзии, которые могут быть понятны только в 21 веке. А вот счастливцев и несчастливцев, толкующие о творчестве и театре, это герои без возраста. Они не сильно изменились со времен Островского. Слушай, как ты живешь? У тебя ни родных, ни знакомых. Что ты за человек? Наталья Тинякова за роль Гурмышской, богатой партийной дамы, женившей на себе молоденького Альфонса, получила премию Станиславского. Также в спектакле играют Юрий Чурсин, Евгения Добровольская и Авангард Леонтьев. Цена билетов на «Лес» от 350 до 2500 рублей.